Убийство бывшего первого вице-спикера Молдовы, бизнесмена Владимира Плохотнюка, планировали спецслужбы России. В украинской госпогранслужбе сегодня рассказали детали вчерашней спецоперации и информацию о киллерах. За убийство, по данным пограничников, преступники получили бы 200 тысяч долларов. Установлено, что совершить покушение должна была ОПГ, в которую входили более 10 человек, граждане Украины и Молдовы. Задержан один из организаторов и несколько исполнителей. Операцию проводили украинские и молдовские правоохранители. Как сообщают в погранслужбе, за последние два года группировка совершила несколько тяжких преступлений в Киеве и области. Среди них убийства, похищения и кражи. Операцию по задержанию проводили под личным контролем президента Украины. Всего задержаны 17 человек. Такую информацию распространила прокуратура Молдовы.